Дорогие друзья, перед началом просмотра подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, чтобы не пропускать интересные новости, которыми делаем для вас каждое утро. О болезни супружеской пары известных артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой стало известно еще в октябре 2018 года. Когда в одной из телевизионных передач они признались, что у них онкология, супруги прошли длительное лечение и перенесли несколько серьезных операций. Казалось, что болезнь отступила. Но 22 ноября 2019 года в эфире программы «Судьба человека» Виктор Рыбин неожиданно сказал, что болезнь по-прежнему прогрессирует. Артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова являются одной из самых крепких российских пар шоу-бизнеса. Они познакомились еще в 90-м году. На данный момент они находятся за больницей, где проходят серьезное лечение. Подробностей пока никаких нету, в интернете об этом вообще мало кто говорит. Родственники пока сохраняют молчание. Ждем подробностей, друзья, мы будем держать вас в курсе всех новостей. Будем надеяться на то, что с Рыбиным и Сенчуковой все будет хорошо.